Приветствую всех у себя на канале. Давайте посмотрим второй прогноз для стрельцов на май 2024 года. Что ожидает стрельцов в мае 2024 года? Десятка пентаклей выпадает и пятерка кубков. Ну, раз эти карты выпали, сразу скажу, здесь вообще у вас достаток гармонии в себе, гармонии с вашими близкими, но какая-то есть тоска, какая-то тоска появляется. Посмотрим, если по раскладу что-то будет подобное отыгрываться, да, это вот как подсказка. Но чего-то вам не хватает. Может быть, это когда много забот семейных, да, и что-то не хватает времени на себя, что ли, вот что-то такое. Фон месяца, работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь, события важные, то, что происходит вокруг вас. Подсказка от оракула. Давайте смотреть основной фон месяца. Десятка кубков опять указывает карту на гармонию, на семью, на любовь, на взаимопонимание. Вообще гармония во всех сферах жизни у вас должна быть. Эта карта как бы подтверждает ту подсказку, которая у нас выпала уже при перемешивании колоды. Но тем не менее, какой-то такой должен наступить период благостной такой радуги вот у них над головами. И вместе они... Давайте посмотрим, что на работе. Так, восьмерка кубков. Но эта карта прежде всего может говорить о различных поездках, командировках. Это карта расстояния. Видите, здесь еще дорога изображена. И эта карта может говорить об удаленной работе. То есть, да, как бы, может быть, придется... Ну, кто на удаленной работе так работает, эта карта еще раз подтверждает. Собственно говоря, ничего нового она не говорит. В принципе, опять здесь смотрите... Каждая тварь по паре, птички, бабочки, стрекозы, лебеди. То есть это опять гармоничное общение, взаимоотношения с коллегами. И дорожка, да, для вас. То есть вы идете своим путем. Если, ну, если вы на удаленке все время работаете, эта карта просто это подтверждает. И вот и здесь у нас гармония, как бы здесь гармония, все в порядке, да, ничего не угрожает. Все хорошо, дорожка есть. Если вы работаете, например, в офисе, возможен вариант, что когда-то вот вам придется именно работать из дома, да, может быть, я не знаю, попросят там вас по какой-то причине. Что еще? Но это вот здесь, знаете, как вот прямо гармония. Работать в паре, работать в коллективе, гармоничная работа, поиск новой работы, может быть, да, для кого-то это хождение по собеседованию, потому что это расстояние, это передвижение. И, в принципе, как-то везде вас будут хорошо принимать. Я не скажу, что вас примут сразу во все места, куда вы разослали резюме или куда-то вы сходили, но везде какой-то вот такой прием приятный для вас. Это для тех, кто ищет работу. Ну, в принципе, дорога, она обозначает путь и говорит о том, что работа идет своим чередом. И вот как идет, так оно идет. Плюс здесь в том, что есть гармония. Чувствуется это и по фоновой карте, и по этой карте тоже, потому что, опять же, если смотреть оракул, да, именно смотреть на изображение данной колоды, не привязываясь к классическим значениям, это, ну, это дорога, это путь, и здесь он такой вот сад цветущий, да, то есть такая приятная какая-то обстановка. Но, может быть, будет время как-то расслабиться, там же еще, может быть, выходные еще, да, такие длительные, смотря, конечно, в какой стране вы живете, но я думаю, в основном у всех вот эти вот продолжительные праздничные дни, выходные, вот еще что-то здесь может быть. Так, давайте посмотрим финансы, имущество, туз жезлов. Это, возможен рост дохода. То есть это новое начало, неожиданное, может быть, повышение зарплаты, стремительное, да, но не так, чтобы прямо в два раза вы разбогатеете, нет, конечно, но здесь вот
Карта подчеркивает благодаря вашим знаниям, умениям, опыту, который символизирует книга открытая, которую держит девушка, да, и из нее вот этот произрастает прекрасный цветок, по-моему, это пион такой шикарный. То есть может быть положено начало для роста вашего дохода. Может быть, кто-то решит открыть вклад, да, вот здесь очень так интересно, похоже изображается, да, она открывает книгу, а из нее вырастает цветок, да, то есть вы открываете вклад, ваше сбережение начинает накапливаться. Ну, либо это прибавка к зарплате, может быть, не очень большая, потому что туз жезлов — это единичка, это начало отсчета, но тем не менее, да, здесь рост доходов возможен и довольно-таки такой вот прямо энергичный. И, конечно же, будет вам от этого приятно, потому что десятка кубков. Но это все, знаете, не как снег на голову, это благодаря вашим знаниям. Либо благодаря тому, что вы знаете, как там вложить деньги, инвестировать, как распорядиться своим имуществом, да, может быть, кто-то там в аренду сдает имущество, да, или что-то такое, начнет это делать. Это вот начало, да, что-то начать делать. Либо благодаря вашим знаниям на работе, да, вот, может быть, как-то повысится ваша квалификация, и это принесет вам вот признание в коллективе, и от этого рост ваших доходов. Давайте посмотрим личную жизнь. Ой, ну прекрасно. Десятка кубков и карта мира. Это вот полная благодать, гармония. Это вот то, к чему, наверное, все всегда стремятся в личной жизни, в семейной жизни, в паре. Это полное взаимопонимание, благополучие. Это когда люди понимают друг друга без слов. Я здесь даже не буду больше продолжать. Здесь много можно петь там дифирамбов. А для тех, кто пару эту ищет, это, конечно, возможность, большая возможность встретить человека, который вам, ну, можно, я не побоюсь этого слова, идеально подходит, потому что мир — это вот, ну, это финальная точка, это вот больше и нечего желать. И, наконец-то, радостное понимание того, что вы обрели такого партнера, о котором вы всегда мечтали. Гармоничные отношения. Так, давайте посмотрим важные события рядом с вами. Туз Пентакли, по-моему, у предыдущего знака Зодиака, у Скорпиона, выпадал тоже шанс. Давайте тоже здесь раскроем, да, какой-то будет на пути шанс для вас. И чего это может касаться? Что-то важное, интересное. Какая-то возможность. Так, карта Силы, карта Королевы Пентакли. Но этот шанс может быть предоставлен женщиной, если вы мужчина в браке, это ваша жена, у которой есть какая-то сила для того, чтобы вам открыть эту возможность, показать, что она может вам что-то, это может быть информационно, но что-то важное от женщины. Да, если вы мужчина, то это от вашей супруги. Королева Пентаклей также женщина опытная, вот обладающая жизненным опытом. Здесь так хочется сказать. Здесь сила в плане того, что жизненный опыт. Она что-то сможет вам подсказать. Если вы женщина, то тоже смотрите, кто-то из вашего окружения. Это как подсказка от человека, опытного, знающего на что-то. Я, наверное, здесь больше раскрывать не буду. Вот, я думаю, достаточно указаний на того, что это информация придет от конкретного человека, от женщины, скорее всего. Да? Вот она что-то сможет вам... Какой-то шанс. Ну, что это конкретно, как отыграется, давайте вы мне напишите потом в комментариях. Но это что-то будет вот от нее. Слово, дело, информация какая-то. Вот она вам что-то скажет, а вы, значит, как-то, знаете, хочется сказать, смекнете, подумайте, а вам вот здесь вот тогда нужно вот поступать так, так, так. И хорошо, что теперь я это знаю. Вот мне вот так видится эта ситуация. Давайте посмотрим подсказки от оракула. Так, здесь тоже через тернии к звездам. Вот если по основным целям задачам месяца, смотрите, та ситуация, которая вот
вас выматывает, вот вы здесь, вам, у вас ощущение, что вы в ней застряли, не видите выхода, вот эти шипы ни взад, ни вперед, ни влево, ни вправо, никуда, везде вот как вы наталкиваетесь, да, находитесь в каких-то ограничениях, не понимаете. Вот будет понимание, будет видение, как из этой ситуации выйти. Скорее всего, ответ на этот вопрос вы найдете в себе, с одной стороны, потому что здесь во взгляде внутри весь космос, он как бы внутри, да, то есть это может говорить о вашем внутреннем понимании решения данной ситуации, казалось бы, безвыходной прежде, но также это может быть взгляд и вовне, то есть и внутри себя вы можете найти ответ, и вне, да, собственных мыслей, то есть, может быть, конкретно это предложение, кто-то вам откроет глаза на что-то, прольет свет на что-то, и тогда вы выйдете вот из этой запутанной ситуации и решите вашу проблему. То есть здесь двояко. И сами можете найти ответ на свой вопрос, как выпутаться, да, из этого. А в то же время и кто-то вам тоже это может подсказать, если вы хорошенько приглядитесь, да, или там прислушаетесь, то есть разглядите эту подсказку. Обтекаемо, да, но это так. Самое интересное еще, что здесь помимо шипов есть и еще и цветы, и розы. То есть, с другой стороны, если посмотреть на эту карту, вот может прийти такое понимание. Вот если вам кажется что-то безвыходным, запутанным, вот если вот дергаться, какие-то лишние телодвижения совершать, вы будете напарываться на эти острые шипы. С другой стороны, если стоять и никуда не двигаться, то вы ни на какие шипы не наколитесь, не напоритесь, и можете просто наслаждаться этой красотой, этими цветами, да, прекрасным этим видом, но как бы здесь уже у вас возможности двигаться нет. Вот еще подумайте, может быть, это какую-то вам подсказку даст на ту ситуацию, о которой здесь говорится. Может быть, временно не стоит куда-то там прыгать, рваться, да, а стоит вот остановиться и наслаждаться тем, что есть. Потому что излишнее рвение принесет только вот эту боль, какое-то раздражение, непонимание, да, а тем временем, пока вы можете наслаждаться цветущим садом, это вот как шиповник, да, или розы, прекрасные цветы, когда мы на них смотрим, все хорошо. Если мы вот уже захотим что-то взять, вот тут уже становится больно, неприятно. Ну и поэтому, может быть, карты советуют повременить, да, просто поглядеть вокруг, наслаждаться тем, что есть, а тем временем стоять и думать еще, да, что как все-таки выбраться на свободу, потому что золотая клетка — это хорошо, но свободы тоже хочется. Поэтому здесь вот может прийти понимание, как что-то, ну, прольет, в общем, свет, это понимание прольет свет на вашу ситуацию. Можете как-то вот облегчить себе задачу, если уже на бытовой язык переводить, да, как конкретно облегчить себе там деятельность какую-то, да, может быть, в работе или еще что-то, или в отношениях в каких-то с кем-то. Вот такой интересный получается расклад. Пишите ваши комментарии по данному раскладу, ставьте лайк, если видео понравилось. Кто забыл подписаться, подписывайтесь. Ссылки на Дзен, YouTube и Telegram есть в описании под видео. И всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.